В числе почетных гостей подполковник Вячеслав Бойко, капитан второго ранга Сергей Чекановский и ветеран вооруженных сил Виктор Герасименко. Очень много вложили труда в подготовке этого мероприятия, особенно в подготовке флотной одежды, ну и, безусловно, в вопросах строевой слаженности, строевой песни, вот, в том числе и в индивидуальной строевой подготовке. Поэтому впечатляю. Марш строя и песни в гимназии «Эврика» в этом учебном году уже третий. Но на этот раз впервые участниками события стали первоклассники. Военно-патриотическая работа в учебном заведении продолжается. В следующий раз ученики гимназии покажут свои строевые навыки в мае. Эти мероприятия пройдут в рамках 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.